Теперь по поводу вот этих ножниц между богатыми и людьми с низкими доходами. Это реальная проблема, над которой мы точно должны работать. Но должен сказать, что и здесь есть вещи, без, не упоминая о которых, мы не имели бы полную картину. А в чем? О чем я сейчас говорю? Начиная, вот скажем, вот, начиная с 2000-х годов, у нас меняется соотношение между, не соотношение, а меняется число людей, живущих за чертой бедности. У нас почти 40% населения в 2000 году жило за чертой бедности. Там 38 примерно процентов. Сейчас это кардинальным образом поменялось. За предыдущие 2 года соотношение немножко изменилось в худшую сторону, но сейчас оно опять начинает выправляться. Нам, безусловно, нужно многое менять в сфере социальной политики. Что я имею в виду? Нужно делать, нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом для тех людей и для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково, что сейчас наблюдается и в сфере здравоохранения, в сфере социальной поддержки и так далее. Вот такова ситуация. Мы знаем об этих вопросах, мы знаем об этих проблемах и понимаем, что для этого нужно делать, чтобы исправить эту ситуацию.